Красноярский урок для детей провели в поле, потому что им не построили школу. Но давайте обо всем по порядку. Жители микрорайона Образцова в Красноярске провели на пустыре открытый урок для детей. Родители расставили парты и рассадили учеников прямо в поле, где власти обещали построить им школу, сообщает телеграм-канал «Борус». Акция прошла в субботу, 11 сентября, поэтому дети не прогуливали настоящее занятие. По словам местных жителей, ближайшие школы находятся в соседних микрорайонах – Черемушках и Первомайском. Уже несколько лет родители вынуждены возить детей на уроки, потому что участок, выделенный под строительство школы, остается пустырем. По данным местных СМИ, чиновники обещали построить школу в Образцово еще в 2017 году, но сроки постоянно переносятся из-за земельных споров. А на этом все, что думаете, пишите в комментариях, поделитесь этим роликом с друзьями и близкими, поддержите подпиской, поставьте лайк, также можете поддержать донатом, ссылка в описании. Пока!